Вохчуйн. Вохчуйн. Аравут кшерев зангатовецин, пустотажнер, айсенцбанер, тупи меч. Мят патмачун, че гидем, чиштер, чиштер, асма. Имацак, замер папин ханзнарар, лер такун, шнорхавурел. Де такуин, эт горца, хорортаканнер канчец. Хорортовецин, асецин, Луиза Агаджанян. Америкаец, асец это ва. Асин, де, Лулун. Ах, Лулун, ха, ха. У, тэнц, че гидем, чиштнасас, постатари патмачным асун. Шат шнуракалуцун. Айо, Лулуджан. Эсэл мэр наскина лэрку ад. Инча? Мэр эрку ликэ лэцрац наскина ра. Ева айсус, суп цынун нэ Америкаюм. Ха. Увунц э стацвэц, вор хэнц э торэ ека. Бэд, таку ханзнарарарцунэра. Лулун вор катари, карва ват катари. Ты хакарака, Лулуй ханзнарарцун эр такуин катари. Ай, ты болорин шнуравурум энг. Сурп цынундзян урва капакцутян. Да там си вецин каркин кашнуравур энг. Да эт мэй хайкакан э. Иск хима болор ашхарна нашум, ев болор ашхарин шнуравурум энг. Ев болор хайерин вурунг. Катак энгом Лулуин танинкин шат-шат шнуракалуцун. Здравствуйте! Снеговик? Без снега вокруг. Да, на солнцепёке. Очередное воскресенье. 26 декабря. Поздравим всех с Рождеством католическим. Поздравим. Иисус родился. Это самый яркий праздник у них. Даже на Новый год они не так радуются, как на Рождество. И не так их празднуют. Да. Вот мы стоим на улице Голубацы. Вот и мы. У нас были другие планы, но там какое-то оживление заметили из машины. У оперы. Пойдем посмотрим, в чем там дело без нас. Что там происходит без нас? И сейчас улица Туманян. А который час у нас в Ереване, знаете? Уже где-то половина пятого, да. Где-то половина пятого, где-то 0 градусов. 0? Да. Не как... знаю, что-то я в этом году не могу никак согреться. Мне все время холодно. Ну, это субъективное, я объективное говорю. Как говорили по советскому радио, помнишь? Температура около нуля. Так очень смутно я это помню. Она что-то народ разбежался, пока мы. Да. Мне кажется, это было представление в оперном театре. А, щелкунчик этот. Да, может быть. Вот люди оттуда и шли. Вот в основном дети все были. Догадаться. Ну ладно, на елочку хоть посмотрим. Ее наконец украсили. Да, украшенной мы не видели ее. В этом году мы все елки города инспектировали. Щелкунчик вроде в этом году особо, да? Да, что-то щелкунчик везде. И в конфетах. Худенький Дед Мороз. Худенький какой-то. Он, нам уже нечего ожидать, он уже заходил к нам утром. Да. И на каток пойдем потом. Видишь, а как вот подарок получил. Зернель. Айо. Шнуракалычун.
Хагалучан. Хагалучан, а я... Вот пожелал мирного года. Мирный, радостный, счастливый год. Пожелали друг другу взаимно. Да, это точно щелкунчик. Там и дверь, да, да, это... открыта. Видишь дверь? Вот. Народу было очень много. Здравствуйте! Как он узнал, что мы по-русски сегодня? Ну, хотя, знал? Да, я на русского похож очень. Нет? Ты помнишь, где это было? В Москве, нет? Да. 75-й год или 74-й. Да. В общем, там, говорит, вы, говорит, мне, говорит, вы арабы или из Египта? Кто сказал? Мужчина какой-то. Говорит, особенно девушка похожа на арабку. Да, особенно девушка. Бывает. Зато посмотри, какой счастливый он идет. Ах, это он получил, да, да. Деда Мороза? Ну и вот снова вот новый поток. Чуточку, но это... Но это, по-моему, откуда они из-под мало. Земли вот вышли? Откуда, видимо, из подземного этого, да, гаража, стоянки. Стоянки, да? Анайт, а потом я предлагаю мельком на каток посмотрим. В общем, мы галочки ставим, да, каждое воскресенье. Появились? По-армянски хорошо звучит. Нелька бацака. Отмечаем присутствие, отсутствие. Да, ну что ты, она это, выбиваешь у меня охоту снимать. Разве я шучу? Да? Да. Но мне как-то уже не хочется особо. Не по себе стало, да? Да. Ой, какой карапуз, ты на него посмотри, посмотри, посмотри. И что он капризничает? Че, лавтарая, шат, шат лавтарая. Вот, жалуется, что бабушки не слушается. Ну и обратно, я нет, можно? Я успокоила, я говорю, сейчас все дети такие. Ну ты сегодня успокаиваешь прямо обухом по голове. Приятно, хорошее настроение у людей. Да. Ты знаешь... Хочется верить в чудеса, в сказку, в то, что все сбудется. Дети искренне в это верят. А родители, смотря на детей, тоже верят. Вот сегодняшнего утра я тоже искренне начал верить. Да, после такого подарка, да, от нашей Лулу. Ну вот, она это... Украсили. Ой, что за шары такие огромные? Не было таких в прошлом году или не позапрошлом? Ну, это что-то, знаешь, новое, это по-моему. Надо с лампочками смотреть так. В освещенном состоянии, скучно. Да? Да. Она, я микрофон поменяю, у меня... Рука ослабла, да? Да, и снизу будем снимать. Я попрошу вас говорить погромче после этого. Давай. Что-то как лениво они как-то танцуют. Молодежь? Танцы, да, вот. Наверное. Музыку поставили. Видишь? Нет, не вижу. Пытаются синхронно станцевать. Не вижу, Аня, где они? Она это... А, вот. Так я... хорошо я держу руку? Да, да. Вот. Уже все, можешь не держать, вижу.
заслонили их. Нет, что-то не клеится у них. Да. Первые два побыли ничего, а дальше кто в лес, кто по дрова. Да, мы ушли подальше, там музыка была. Музыка не гремела. Они музыку поставили. Ну и все, хватит. Да, хватит. Может, их смущает наше присутствие? Да нет, мы далеко. Не думаю. Приезжали мы здесь, катались дети, а пока вот пришли, опять да. Пусто. В общем, сегодня как-то с машиной надо снимать. На зрелище. Зимний сад. А они не испортятся, эти, она ведь откуда растения. Откуда вообще не мастер в этом деле. Салыжан так можно? Вот ну, наверное, или перезимуют. В каком хорошем зимнем саде. Нет? Да, ресторан, да, чудесно, вчерашний? Да, какой хороший был. Да, мы только жалели, что танцоры не на деревьях так. Не прыгают с дерева на дерево, не Певцы с дерева на дерево. Было бы вообще здорово. А то как в джунглях прямо мы среди банановых деревьев, пальм сидели. Вот так, не солоно хлебавши, пойдем дальше. Не покатавшись на коньках. И не станцевавши. Да, и танцоры как-то не вдохновили. А то мы уже раздевались, чтобы в пляс спуститься. Переходим улицу вместе с народом. Вохчунь, спасибо, и Ильба. Тебя. Вот это был Саша, чей папа эту керамику, да, на фирменном магазине? Автор керамики. Делал, да. По-моему, Галоян сказал фамилию вашу, Давид наш. Давид наш. Да. Так чуть-чуть пройдемся по Северному. Ну, холодно, нет? Здесь? Да, ну а здесь особенно холодно. Ай! Это что-то новое. Вольво, видишь, разыгрывается. Ты смотри. Да. А мы были в магазине, он не сказал, что такое ожидается. Виза что? Аменор, виза Аманор. Виза каждый день, виза Новый год. Что за виза? Непонятно. Вечарир визаев евстацир навернер. Шагелю наравурюцун. Значит, расплачиваешься среди... визой, картой, да. Карточкой банковской, и получи возможность понятно, сыграть в лотерею. Ну, я перевожу. А здесь... Для подробностей надо сканировать. На этом QR-коде. Вот сканируйте. Да. Очень внимательно следим за вами. Да? Да. Приятно очень. Очень интересно иногда. А вы здесь стоите, да, смотрите, охраняете? 22-го года машина, еще нет выпуски. А сейчас какой год у нас? Сейчас 21-й пока что. Это машина раньше, времени? Да? Ну, опережает время. Опережает время. Это фирма Volvo предоставила, да. Или? Volvo. Volvo, да? Потому что мы у них были. В массиве снимали их, но они не сказали ничего. Это рекламная, да? А почему там? Будет среди тех, кто делает торговлю картами виза. То есть совместно что-то, да? Виза и Volvo. Наверное. Да.
А у нас есть виза разве? У нас нету, нет виза. Не знаю, только карт может и будет. А все равно. Может, чтобы не было. Точно будет. Масса виза. Ну, вероятность нулевая. А вы знаете, сколько стоит эта машина? Нет. Они очень дорогие. По-моему, где-то... Ну, должно быть порядка 60-70 тысяч, наверное. 80 тысяч, наверное, долларов. 94 тысячи долларов. Ну, я примерно, я не точно знаю. Да, а вы что охраняете? Могут угнать машину? Кто его знает, да? Ну, вас с наступающим Новым годом. Удачи, мира, здоровья, да. До свидания. Но вы легко одеты, не холодно? Это наша спецовка. Нельзя, да? Нельзя больше. Да. Ну, хоть иногда заходите вниз, там тепло. Все делается как надо. А елочки видел он? Висят. Посмотри справа. Тоже нашли, видишь? Да. Выход. Это что такое? Это ID банк здесь? Да. А, мы об этом говорили. ID банк. IT. А внизу? Кафе. Кафе, да. Ихняя, не ихняя, не знаем. Кофе компани. Кофе шоп компани. Так. Да. А вообще-то нам тоже не помешало бы оттуда обналичить, а знаете? Из ID-банка. Ладно, съемки закончим, потом. Окружили нас. А что, они не обналичили, девушки? Может, не работает? Быстро вернулись. От банкомата. На этом углу собирались, нет, несколько раз с собаками молодежь? Да. Что-то сегодня нет их. Ну, собачку жалко, не одетая была. Бедненькая так семенила. Ну, раньше она, например, в мое детство, я что-то не помню одетых собак. Да? Ты что, помнишь разве что-то такое? Я как-то не обращала внимания на это. Нет, я помню, однажды впервые, когда увидел, очень удивился, а потом как-то привыкли. Да. И теперь наоборот, удивляемся, что без одежды. Чуть ли не как будто голого человека встречаем. Какие зимы были, когда мы учились, вот в средних классах, помнишь? И каникулы длиннее были, и все время школы закрывались. Какой да. Снег был, какие трескучие морозы. А кто тогда сапоги носил? Не было тогда такой обуви. Ботинки в лучшем случае. И, кстати... Просто закрытые такие, ну, типа лодочек, чего, как это называется. Ну, зато боты, я помню, одевали. Ну да, боты это я когда маленький был, всегда... Еще калоши были, помнишь? Калоши мужчины, да, а у женщин высокие боты, и я маленький всегда застегивал нашим гостям, когда они уходили. Но это же искусственное, да, было? Материал искусственный, а я не думаю, но... что они грели. Они просто защищали от влаги. Нет, я думаю, они грели, потому что все-таки двойной слой получался. А воздух же хороший, теплоизолятор. Там внутри за счет воздуха. Ярмарки нет в этом году, думаю, новогодней. Надо наших спросить. Вот нам кто может, ботах, знаешь, да? ответить точно.
Эма Худаверджан. Да, Кинема. Эмаджан, боты грели или не грели? Не грели. Действительно, она, наверное, это помнит. А вот вчера, вот я так шутя спросила, где Риалто, сразу ответили двое, по-моему, даже трое, что, оказывается, мост Риалто, Венеции. В общем. А еще, да, наша Гор Бабе написала, что в Америке есть город Риалто, где-то недалеко от моста. Да, да, я тоже вспомнил, да, я читал. Хороший был мост. Комменты. Вот этот Риалто. Гуаш. Центр Венеции был. Какой бородатый. Ну, Риалто просто впритык с нашей гостиницей был мост, да, поэтому рядышком. Мы как улица Львовян здесь. Да, маловато народу. Холодно, понимаешь? Да, здесь особенно. А. Она, видишь, я опять забыл перчатки. Ой-ой, что я делаю? А сколько раз ты перчатки покупал перчатки? И все время куда-то деваешь их? Забыл взять. В машине есть у тебя перчатки? Нет. В машине у меня пока у тебя что разные, все летние. И кожаные, и шерстяные. Я вот сегодня одела перчатки, видишь? Да? Да. А это пальчики для чего, знаешь? Вот так пальчик. Василина Худлейфа. Да, ну знаю, конечно, это мне нужно очень. А у тебя есть такие перчатки, кстати? Вот последние темно-зеленые ты купил специально вот для этих. Это те ребята, которые танцевали? Да, вот эта девушка рыженькая. А сейчас вроде здесь хотят, да, организовать? Там успешно станцевали и сейчас перешли сюда. Она, ну сколько людей легко одетых, вот смотри. А... Парень, да? Да, я все время начал путать этот зум. Да? Отключился снова? Да, отключился. Да, еще какую-то попытку вроде начали, да? Начинаю. Успешная какая-то. Я опять не то показываю. Что-то трудно их ловлю я. Ну, я думаю, пойдем уже, а на это, нет? Да. Холодно как-то. Какие-то мотивы звучат. Я не думаю, что мотивы будут слышны, потому что микрофон в нашу сторону. Вернее, я надеюсь, что не будут слышны. Нет, очень неорганизованно танцуют. Давай так поднимемся по улице Тайряну. По Тайряну, да? А где машина? А, да. Машина на Карпати, да? Нет, Кохбаци. Кохбаци? Да. Да, правильно. Я тоже путал одно время. Тергаприля. А та улица Кохбаци Гукася. Гукася. Что-то не очень активно наши пишут смешные истории. Я удивлена, потому что, я думаю, у ну, русская человека передача, в жизни... русский не в курсе, по-моему. Бывали такие смешные истории, происходили с ними. Я ознакомлю, мы объявили конкурс на забавные истории, чтобы наши писали.
случай, который произошел с ними в жизни. Ну, может, и с друзьями тоже. И желательно в городе Ереване, желательно. Да. И победитель будет определяться по количеству лайков на комментарии. У Юры тоже интересная была история, как хорошо сидели на мужчине дамские джинсы. Ну, это могут прочесть наши. Мы не будем сейчас пересказывать все истории. Но действительно мало. Пишите, друзья. Эта улица такая мрачная от этого недостроенного здания. Да, эта улица... Не повезло этой улице. Смотри, как она кончается. Вот так. Хоть бы плакатами, что ли, завесили бы это уродливое сооружение. У тебя пальцы не замерз, я Армен? Нет? Ну, я же сказал уже, она, что каждую минуту буду говорить, что пальцы замерзли. Ով չի թելադրում։ Ինչ։ Ով չի թելադրում։ Խանութին տարածքում չի կարելի նկարել։ Снять не разрешили, вот. Предупреждение. Секретный магазин. Ну, чуточку согрелись. Твои пальцы особенно. Мои пальцы. Это чья моська тут тявкает? Ай, моська, знать, она сильна. Ну, Патеряна, да, пойдем? Да, давай так поднимемся. А у Рарту у нас дела опять. Но здесь вроде вывески нет, она это что? Нельзя снимать нельзя. Какая лесенка нехорошая тут. А, хотя в Урарту мы недавно были, нет? Были. Та елка. В этом магазине. Да, другая Урарту. Ну, мы уже говорили, по всему городу полно. Да, это все. В Урарту. По всему городу распространилось. Ну, пойдем, я выключу в наш отдел. Вот такая, да. Неожиданная, супер приятная для нас встреча. Очень приятно. Здравствуйте, Рубен Карленович. Здравствуйте, добрый вечер. Я тоже Карленович, кстати, Армен. И моя супруга Анаида. Очень приятно. Рубенчан, чуточку, я понимаю, что на улице не берут такое интервью, но чуточку, раз встретились, наверное. Какие планы, откуда вы приехали сейчас, где вы? На сколько времени в Ереване будете? Ну, я был в Арцахе, в Татеве, и вернулся только что вместе с сыном, были с девушкой там. Пока несколько дней буду в Ереване. Несколько дней. Но вы, я насколько слежу, очень часто, нет, ездите туда-обратно? Да, да, я практически 3-4 месяца в году в Армении. 3-4 месяца. И планы, ну, о планах не будем, это большая тема, но я знаю... Вы всех о планах спрашиваете, скажите, вы все спрашиваете о планах. Какой у вас стандартный вопрос? Давайте я вам отвечу. Насколько я знаю, у вас тут квартира есть, да, на Северном, да, нет? Да. Да. Так что вам удобно приезжать. Вы когда приезжаете, там останавливаетесь? Нет, это наш дом в Дилижане, который мы построили.
Да, школу. Да, да. Да, и там рядом дом у нас деревянный, да, есть. Ну я... Вначале здесь квартира осталась, родительская квартира осталась. Так. Выключу и чуточку поговорим о родителях. Это другое. Да, я с вашим отцом встречался, у меня работа была с ним, работали, чудесный человек. Спасибо, да. Рубен, раз мы встретились, он очень интересную историю рассказал, ваш отец, не знаю, вы в курсе? Он говорит, вот у Рязанова слова эти, у природы нет плохой погоды. Плохой погоды. Он вам рассказывал? Нет. Серьезно? Он мне рассказал. Значит, история такая, он говорит, Арманджан Осман. Я встречался с девушкой, мы пошли в кинотеатр «Ударник». И я был так влюблен, хорошее настроение, мы вышли после кино, и дождь полил. И она сказала, ой, как неприятный дождь. А я ей, так как хорошее было настроение, сказал, у природы нет плохой погоды. Всякая погода – благодать. А после этого, Осма, она вышла замуж за Рязанова. Да, да, да. Она же архитектор, да-да-да. Да? Она его жена, да, я не знаю. Да, но вам, наверное, не рассказал, не что... Не рассказал про влюбленность своей. В общем, знаете, это слова вашего отца. Все понятно. Я не удивлен ничему, потому что он был великий человек. Рубен, еще такой вопрос. У вас, я сейчас смотрю, можно я чуть издали покажу? У вас чудесный вид, вы в хорошей форме, я вижу, физической. Громко сказано. Нет, ну, да. Вы что-то специально делаете? Можете поделиться? Нет. Потому что она эти очень интересные, эти вопросы. Нет, я должен сказать, к сожалению, я не совсем согласен с вашей оценкой, но она лучше, чем была раньше. Нет, ну что вы. По сравнению с тем, что вы, да. Да. Ну, спортом занимаетесь? Ну, чуть-чуть, да, я бы сказал, больше. Да, но не регулярно, да, насколько нет, я понял? Нет, просто, да. Да, правильное питание, да. Вы не представляете, как приятно. У вас такой ереванский лицо. Да, именно, не знаю, очень приятно. Очень рад познакомиться. Спасибо вам, что вы делаете. Сохраняя немножко Ереван. Да, и вам... Кстати, Рубен, вдруг вам... Значит, традиция такая установилась. Старые ереванцы встречаются где-то в сентябре. У памятника в начале Вильям Сарой, но потом Давид Ереванский сказал, топчите там траву, хватит тут собираться. А, вот так. Пошли туда. И вот в этом году они дополнительно еще решили 30 числа. Декабря. Декабря 30-го. 5 часов. Вас не будет я здесь? Не буду, жаль, это был бы огромный сюрприз. Да, мне нужно. Я желаю, чтобы этот дух ливанцев сохранился и передался в поколение. Да, поколение. Да. Это очень важно. Ну, спасибо большое. Пожалуйста. Не будем вас задерживать. Давайте. И с наступающим. Вас тоже с наступающим. Всех благ. Он будет лучше. Все от нас зависит. Я хочу сказать одну очень важную вещь. Все, что происходит в мире, происходит по воле Божьей, по воле человека. Если мы будем сидеть и ждать, что что-то произойдет, за нас ничего не получится. Если мы будем что-то делать, ну, в жизни так не бывает. В жизни не добро и зло встречаются. И да. Это вечная борьба. Это 100%. Иначе мира бы не было. Если бы добро не побеждало бы всегда, мир давно бы исчез бы. Да. Спасибо. Всего вам. Очень приятная очень встреча. Да, да, я он изменился. Я с первого взгляда почувствовала разницу. Но человек сказал, ничего специального сказал, не пока делает. Ему не тут, это Алиса звонит. Подожди. Надеюсь, вы помните. Улица Курбаци дважды проходит вот через арки. Здесь и внизу. При выходе на улицу Амирян. Двор этот снимали подробно. Там дальше здание кинотеатра «Пионер». Ну и направо снимали тоже подробно. А на это как думаешь, прямо поехать?
Вот не знаю, Армен. Нет, давай свернем. Да? Да, где нам это? Нужно на Шерджанаин. Улицы такие узкие стали, прямо не знаешь. Да, но вроде... Ехать, чтобы не попасть в пробку. Движение свободнее стало. Улица Пушкина. Да, Пушкина, конечно. Но мы уже неоднократно говорили. На кишку. А может, на Терен свернем, Армен? Потом вообще выедем на Туманян. Ты права, знаешь, давай на Терен. Вот, вот, видишь, он тоже передумал. Да, услышал твое предложение и тоже свернул. Решил воспользоваться. Терен. Здесь был кинотеатр «Пионер». В этом году очень много освещений. Сейчас «Пауланер». Много, нет? Да. Но я не сравниваю с прошлым годом, когда вообще ничего не было, а с предыдущими годами. Освещения очень много. В общем, в этом году не на властях украшение города, а на частных, да, владельцев. Да, по Терену удобнее было. И движение полегче. А, мы здесь были, да, только недавно, что? Недавно, да, здесь беседовали, да, как раз. А до него мы вот как раз перед встречей беседовали с нашими. Семья была, они из Америки переехали. Но мы обменялись телефонами, и с ними я обязательно сниму передачу, они поделятся опытом. Они вернулись в Армению. Да, дети. Дом купили. Дом давно, да, уже года 3-4 назад они купили. Да. А сын сейчас поступил в медицинский институт. Так что 6 лет точно будут здесь. И угол Саятного. Проспектом. Ну, жена такая светленькая, что-то русское в ней не было в этой. Лена ее звали. Светлова. И по Терену продолжаем. Видишь, заход солнца уже позже. Да, на несколько дни уже начинают увеличиваться, удлиняться. Вот бывшая Крупская называлась школа, сейчас Николай Балян. Гагджан Светджан. Вот здесь жили наши Вохчун. Друзья. Привет. Да. Наш одноклассник, большой друг. Улица Аваян. Позвонили. Асмикджан Вохчун. Вохчун Асмике Вармик. Ну ты возьми трубку. И с Московской улицы сворачиваем. На улицу Абувян. На улицу Абувян. Там он, она и дела. С дочкой встреча. Я где-нибудь в кафе подожду. А потом встретимся, попрощаемся. Она и... Ну, можно и так, конечно. Да. Но, в принципе, передача закончена. Ты можешь свернуть на Исаакян, нет? Или нельзя? Пожалуй, можно, да. Да. Я так... там на углу сойду как да. раз. Ты не забудь из багажника, да. И улица Исаакян. Вот здесь на секундочку я остановлюсь. Вот здесь мы с вами попрощаемся. До свидания. Всего вам доброго. С наступающим Новым годом. А встретимся мы уже в 2022 году. И вот мы желаем вам от всей души всех благ, здоровья, счастья.
мирного неба над головой, любви, удачи. В общем, всего-всего самого-самого. А эта елка в массиве проспект Гая. И улица Нансена. Здесь и памятник Гаю. А этот памятник, я помню, как Инуля маленькая. Ну, маленькая сколько? 5 лет назад. Вы здесь катались? Снежная такая эта зима была нехорошая. Памятник Гаю, да? Да, я нам... А ты мне спрашиваешь, кто это? А Шлана говорит... Я знаю, но не помню. Ну, по-армянски она говорила. Ките, почемишу. Да. Снежки играли здесь с Синесой. Да. С Маргаритой. С Арменом. Все выросли. Вот выросли на нашу голову. Инесса барышня. Нет, приятно, конечно, что выросли. Конечно. Каждый возраст имеет свою прелесть. И маленькие они были хорошие, и взрослые они очень хорошие. Дай Бог этим детям быть счастливыми и удачливыми в жизни. И всем детям мира, здоровья и счастья.